Как носить бабочку? Галстук-бабочка – шикарный и торжественный аксессуар. Необходимо правильно сочетать бабочку с одеждой, умело подобрать размер и цвет. Большинство мужчин не разбираются в конструкциях и стилях данного вида галстуков. Чтобы не выглядеть причудливо, чаще всего этот предмет гардероба надевают только со смокингом, хотя носить его можно и с обычным пиджаком и даже без такового. Существуют некоторые правила ношения этого предмета, которые лучше соблюдать, особенно для официальных мероприятий. Бабочка под рубашку.